С добрым утром, малыши! Привет, друзья! Сегодня вместе с Хрюшей и Антоном Зорькиным это утро встречают Амина и Камиль. Привет, ребята! Привет, Хрюша! Здравствуйте, Антон! С добрым утром, малыши! Как круто, что вы сегодня у нас в гостях. Расскажите, пожалуйста, Амин, Камиль, а вот я правильно понял, что вы брат и сестра? Да. Да, все верно. Амина моя младшая сестра. О, так, а расскажите, пожалуйста, немного о себе. Чем вы увлекаетесь? Мне 8 лет, я учусь во втором классе, люблю петь, танцевать. А мое самое главное увлечение – это съемка. Сейчас мы снимаем сериал про детей и молодежь. Ух ты! Так вы еще и актеры? Не, ну не совсем так. Мы в нашем сериале стараемся не играть, а показывать нашу реальную жизнь. То есть так же, как и в сериале, так и в жизни, я очень люблю играть в футбол, петь и веселиться с друзьями. А кто из вас чаще придумывает розыгрыши и игры, а? Чаще всего Камиль, потому что он старше и у него больше всего идей. Амина тоже любит пошалить, потому что была история, когда у меня был день рождения, и мне испекли торт Бэтмена. И когда я задувала свечи, мы заметили то, что нету головы Бэтмена. Спросили, а где голова Бэтмена? И Амина показывает на живот и говорит, в животе. Ой, так получается, что еще Амина и большая сластена. Ты знаешь, а я тоже очень люблю придумывать разные игры. Давайте сыграем с вами, а? Давайте. Ого, Хрюша! А какие правила у этой интересной игры? Правила простые. Амина должна собирать синие шарики и складывать в ведро Камиля. Как ведро? О, у них за спинами еще и ведра! Да-да-да! О, ребята, смотрите! А Камиль красные шарики должен складывать в ведро Амины. Важно не просто сложить как можно больше шариков в чужое ведро, но и постараться увернуться от соперника. Ну, вообще-то очень трудная игра. Мне кажется, ребятам правила непонятны. Или понятны? Понятны. Понятно, да? Да. Тогда я начинаю обратный отсчет. 3, 2, 1. Начали! Ой, так мы будем долго играть. Так. Быстрей! Ведро упало у кого-то. Держи. Я его буду вот так вот. Я тоже буду бросать. Кто попадется ко мне тут? Ой, это не тот. Вы поняли, какие кого? Синие шарики надо складывать в ведро Камиле. А я начинаю обратный отсчет. 4, 3, 2, 1. Стоп! Вот это напряженная игра в нашей студии! Оп! Давайте подводить итоги, Антон, подсчитывай, пожалуйста. Давайте, я посчитаю, посмотрим. Сколько шариков в ведрах у ребят? Честно скажу, что я несколько мячиков положил самостоятельно, но уж не помню какие. Итак, Амина. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ого, держи. Камиль молодец. 1, 2, 3, 4. Да. Не считайте. Да, но этот положил тоже я. Но что я могу сказать? Сегодня на самом деле победила дружба! Дружба! Мне кажется, да? Или нет? Это же брат и сестра? Но мне кажется, победил Камиль. Камиль, да? Да, я победил. Ну ладно, уговорили. Хорошо. Победил Камиль! Что вы ощущаете, какие чувства? Радость, веселье, шок. Здорово. Ребята, вы так увлеченно играли. Скажите честно, вы часто ссоритесь? Ну, это, конечно, бывает, но мне кажется, что каждый брат и сестра чаще ссорится из-за каких-нибудь игрушек. Но зато мы очень быстро миримся. Да? Да. А кто первый идет мириться? По-разному. Но сегодня приходила Амина мириться. Кидала мне какие-то записочки под дверь. С какого-то полюса, с северного и южного. Как мило.
Интересно, интересно. Ну, подождите, друзья. Я предлагаю еще в одну игру сыграть. И понять, насколько вы, дорогие друзья, дружные. Хотите? Давайте. Ну, тогда, если готовы, поиграем! Итак, ребята, держите мандарин. Вам нужно его почистить и угостить друг друга. Но не все так просто. Да, необходимо взяться за руки, а свободными руками почистить этот самый мандарин. Готовы? Да. Тогда на старт. Внимание! Марш! Какой аромат! Ой, мандарин! Новогодний запах! Смотри, как они дружно это все делают. Да. Давай. Амина, смотри, Амина держит, да? А брат прямо так разрезает его своими пальцами. Быстрей, 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 быстрей. Молодцы какие. Дружная команда. Пальцы оторвешь, говорит. Серьезно? Так. Держи, держи. Так. Ну смотри, они договорились. Командная работа. Один держит, другой чистит. Все правильно. А вот интересно, как они будут кормить друг друга? Посмотрим. По очереди, наверное, да? Молодцы. Так, чур не ронять. Чур не ронять. Конечно, такой вкусный, ароматный, полезный мандарин. Да. Практически последний. Yes. Так, да. Ну а теперь надо угостить друг друга. Так, да, стой, с этой стороны. Ай! Мне тоже хотелось. Ну аккуратнее, аккуратнее. Открывай рот. Молодец! Теперь меня давай. Теперь мне давай. Я половину не съем. Ам! Вкусим. Классно! Молодцы! Вы настоящий брат и сестра. Вот такие вот дружные, веселые, талантливые. Круто! Да. Спасибо, что провели это утро вместе с нами. Повеселились и даже накормили, да, наших гостей. Вам понравилось? Да, очень. Да, очень. Ну, тогда приходите к нам вновь. Договорились? Да. Да, спасибо, что пригласили. О, друзья, а вы живите активно и мыслите позитивно. До встречи на канале «Карусель».